Полицейский Адиль сказал, что всякий раз, когда он вспоминает о жертвах, ему очень тяжело на душе. Этот теракт до сих пор страшно мучает его. Там были пожарные, скорая помощь, спецназ. Многие лежали прямо на земле, дымились два внедорожника. Я вел допрос главного подозреваемого. Он сказал, что они заранее вели обследование этого района. Они считали, что чем больше людей убьют, тем больше у них гарантии отправиться в рай. Произошел взрыв двух внедорожников. Были обнаружены четыре трупа. Они и были подозреваемыми. Посмотрите, это как раз после теракта. 39 человек погибли, более 90 получили ранения. Было очень опасно. За первым мог последовать второй взрыв. Когда я прибыл на место, я сразу же почувствовал, что это теракт. Это был организованный теракт или же орудовала банда. Значит, это не был террорист-одиночка? Нет. Поскольку взрывных устройств было много, один или двое просто не смогли бы все это сделать. После теракта в Урумчи они планировали нечто подобное в Хатане в уезде Пишань. А откуда они взяли материалы для взрывчатки? Они купили перманганат калия и другие химикаты в интернете, а потом все сделали сами. Они научились всему в интернете. А были ли другие доказательства? Да, в его мобильнике. Он использовал приложение чат для связи с террористическими группами за пределами Китая. Загружал видео. Эти флаги тоже из Хотана. Они заранее вывесили флаги на крышах машин. А что это значит? Это означает их джихад. Это была атака смертников. Вскоре, через 6-7 часов после теракта, мы поймали главного подозреваемого. После допроса у нас сложилась четкая картина произошедшего. Теракт был организован террористической группировкой во главе с Аблизом. Он был невероятно упрямым. Мы объясняли политику и законы, но он нас вообще не слушал. Я попытался объяснить все с религиозной точки зрения. А он просто сидел и смотрел на меня, а потом сказал: «Если бы кто-нибудь объяснил мне раньше суть ислама и Корана, как ты, я бы не стал участвовать в теракте». Они тоже жертвы. Почему? Потому что их умы отравлены демагогией трех сил зла. Никто из вдохновителей не покончил с собой. Они просто контролировали их сознание, проинструктировали их. Они как легион смерти. Главное было в том, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.